Как вы видите, мы здесь, наш стенд находится в оконной части выставки. Как можно выделиться в оконной части выставки? Представить больше, показать больше, чем показывают все вокруг. Как вы знаете, компания Rehau, у нас есть разные направления в России. Это оконное направление, конечно же, трубное направление, мебельное. И вот мы решили взять все лучшее от трех направлений и представить это все здесь, в концепции дома Rehau. То есть мы говорим и показываем на нашем стенде, что, как при помощи наших технологий, трубных, оконных, мебельных, можно сделать дома более комфортными, более безопасными, более уютными. То есть мы это делаем для частного потребителя. А для наших партнеров, с которыми вместе ведем бизнес, мы показываем, как при помощи наших технологий сделать их бизнес более, или наш общий бизнес, более успешным и эффективным. Как раз сегодня только что у нас на стенде закончился круглый стол с дизайнерами с именитыми, конкурс на лучшие дизайн-проекты, которые как раз представлены на нашем стенде. То есть мы на самом деле не просто сделали такой технический стенд, а пригласили несколько дизайнеров, которые разные комнаты дома Rehau оформили в своем дизайне, в своем стиле, для того, чтобы показать на практике, как можно применять наши технологии, как это выглядит или могло бы выглядеть в жизни. Так что тренд, конечно, это тренд на комплексное решение, если говорить в целом на индивидуализацию, если говорить в целом о всех строительных и дизайнерских трендах. Если говорить все-таки ближе к нашей отрасли, к оконной отрасли, то здесь, конечно, тренды есть такие. Это что подтвердили сегодня, кстати, наши дизайнеры на мероприятии, что один из трендов – это увеличение размеров конструкции, то есть увеличение светопрозрачной части окна. Здесь, конечно, мы предлагаем целый ряд интересных решений, раздвижные системы, которые позволяют делать большие площади остекления, крупные оконные конструкции, оконные конструкции с усиленными армированиями. Ну и, конечно же, хайлайт на нашей выставке – это стоечная ригельная алюминиевая система. Мы сейчас только на первые шаги делаем в развитии, в том числе, алюминиевых систем, и сегодня представили это на выставке. Еще мы здесь показали, как в качестве концепта, новую флагманскую систему, система «Диамант». Это система монтажной глубиной 80 мм с тремя контурами уплотнения. То есть это флагманская система Rehau. Но если сейчас еще мы завозим часть систем, особенно флагманских, из Европы, из Германии, то у нас тренд на локализацию производства. И у нас сейчас уже 97% продукции, которую потребляют наши партнеры, локализовано. Наша задача сейчас следующие 3% локализовать. И эта система в том числе нацелена на то, чтобы теперь уже флагманскую систему Rehau производить тоже в России. Вообще, вот опыт еще ковидного времени и вот сейчас постковидного времени, он показывает, что люди очень сильно тосковали, соскучились по личному общению. Конечно же, с одной стороны, вот ковид, он дал толчок к онлайн-форматам разным, там, удаленной работе, и мы тоже все это используем активно. Но с другой стороны, мы видим, что маятник сейчас начинает качаться несколько в другую сторону предпочтений людей. То есть людям, нашим сотрудникам, нашим партнерам все больше и больше хочется общаться, в том числе вживую, вот, при личном контакте, обсуждать какие-то насущные проблемы, вопросы, а их тоже много. И вот ради этого мы проводим эту выставку. Для нас выставка – это прежде всего живое общение с нашими партнерами. И эта, конечно, задача, она полностью считается выполненной. Еще хотелось бы поблагодарить за высокое признание дизайна нашего стенда. Очень приятно, что в этом году мы получаем такую высокую награду от вашей компании. Хорошо, признание всегда приятно. Вся наша команда, конечно, очень довольна этим результатом и высокой оценкой нашего труда, в том числе от компании ITE.